Валерий Пекрес выразила свою солидарность и поддержку армянскому народу. Кристина Григорян встретилась с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, поблагодарила за усилия Госдепартамента в направлении репатриации армянских военнопленных. Казахстан начнет экспортировать нефть через Азербайджан и Турцию в обход России. Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили военное взаимодействие. Несмотря на коррупционную культуру в Азербайджане, США убедили Алиева открыть воздушное пространство для важнейших маршрутов снабжения сил в Афганистане, пишет The Washington Post. Обсуждается создание международного трибунала по Украине, заявил Блинкен. Курский аэродром подвергся атаке беспилотника. Украина и Россия в очередной раз обменялись пленными. В Монголии заявили, что отставка правительства и роспуск парламента не обсуждаются.